Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Как и обещали, сегодня проводим розыгрыш двух термометров от компании Ingbird, обзор которых мы делали 10 дней назад. Но прежде чем провести розыгрыш, у меня к вам несколько вопросов, на которые я бы попросил, чтобы вы ответили в комментариях. Первое. В связи с пониманием ситуации на рынке крафтового сыроделия и колбасирования у меня возникла такая идея. А что если в Фейсбуке создать группу, которая будет привлекать, в которой будут участвовать, так сказать, партнеры, крафтовые сыроделы и продавцы молока в их регионе, крафтовые колбасники и фермеры, которые производят мясо. То есть моя идея в чем? Я создаю и стараюсь как можно более разрекламировать группу в Фейсбуке, в которой смогут производители молока и мяса публиковать свои объявления о том, что они производят и что они продают во всех регионах нашей чудесной планеты. В то же время в этой группе люди, которые заинтересованы в покупке небольших партий мяса, сыра, хотя может и больших, вернее мяса и молока, смогут публиковать свои запросы. Допустим, я нахожусь в Ленинградской области или в Киевской области, к примеру, в селе Дубешня. Да? Я заинтересован в покупке 20 литров молока каждую неделю или там 50 литров молока каждую неделю. В то же время в этом селе Дубешня, к примеру, наверняка может быть какие-то производители молока, которые не знают о том, что в соседнем селе или в ихнем селе есть люди, их потенциальные покупатели. Таким образом, публикуя свои объявления о желании купить и объявления о продаже в одной группе молока и мяса, мы сможем помочь людям, производящим молоко и мясо, найти сбыт, то есть помочь фермерам, которые сейчас в очень тяжелом положении, и в то же время мы сможем помочь крафтовым сыроделам и крафтовым колбасникам найти поставщиков, потому что я тоже знаю, что очень многим, особенно в городах, очень сложно найти поставщиков. А если он будет знать, что где-то в пригороде есть фермер, который производит мясо или производит молоко, он с ним уже сконтактируется, мне кажется, это будет круто. Давайте так, под этим видео, если будут 100 комментариев с пожеланиями создать такую группу, значит, такую группу мы создаем и будем ее максимально раскручивать, максимально пиарить для удобства вас всех. Вот такая вот у меня идея. Пишите в комментах, что вы на нее скажете. Второе, у меня больше, чем идея, информационное объявление. Смотрите, мы запустили новое оборудование для климатических камер. Ссылочку на обзор нового оборудования найдете в описании ролика. Представляет из себя контроллер, который управляет одновременно 6 устройствами климатической камеры. Это охлаждением или нагревом, далее одновременно увлажнением и осушением, далее проветриванием камеры и циркуляцией воздуха в камере, плюс кварцевание камеры. Это устройство производится нами в двух вариантах. Первое устройство — это там, где вы управляете непосредственно со самого контроллера, кнопочное. И второе устройство — там, где вы управляете через веб-интерфейс с смартфона. То есть вы не только можете управлять своей климатической камерой, но и отслеживать постоянно ситуацию в климатической камере, включать те или иные устройства, отслеживать, какая у вас влажность, температура, регулировать мощность вентилятора внутренней циркуляции. То есть огромный функционал на самом деле мы заложили. И вот эти контроллеры, которые с веб-интерфейсом, они чуток дороже, ну немного, как бы они дороже на 20%, но народ их почему-то побаивается. Поэтому мы объявляем вот завтрашнего числа, с 27 сентября по 2 октября на нашем сайте будет такая акция, будет 10% скидка на устройство для климатической камеры с веб-интерфейсом. То есть мне бы хотелось бы их популяризовать, чтобы люди купили, написали свои отзывы, написали о том, насколько это удобно, чтобы другие коллеги видели, что действительно это круто. Таким образом, вы сможете купить оборудование для климатической камеры с веб-интерфейсом, там, где вы можете со смартфона просто сидеть и управлять из любой точки мира своей климатической камерой.
по цене обычного устройства, которое без веб-интерфейса. Но я считаю, что это хорошее предложение, поэтому переходите на сайт, переходите на обзор, переходите на сайт, смотрите обзор, после этого изучайте само устройство на нашем сайте. И также хочу напомнить, что контроллеры, как и любую другую продукцию с нашего сайта, мы отправляем по всему миру, то есть абсолютно в любую страну мира. Еще хочу вам напомнить, что на нашем сайте мы стали формировать библиотеку для скачивания литературы нашей тематической. И вот первый раздел этой библиотеки стартовал. Это библиотека для скачивания книг по колбасированию. Посмотрим, насколько это будет пользоваться спросом. Если действительно людям это нравится, людям это полезно. Ссылочка на эту библиотеку будет в описании ролика. Там, кстати, можно купить перепечатку альбома Абрама Конникова «Колбасы и мясокопчености». Так вот, в описании ролика будет ссылочка на страничку с книгой и с библиотекой. Можете тоже зайти, ознакомиться и скачать книги, если у вас их нету, по колбасированию. И также напишите мне в комментарии, насколько это вам полезно, насколько это вам надо и продолжать ли нам... то есть моя задача, я хочу сделать наш сайт максимально полезным для вас. Так вот, напишите мне в комментах, насколько интересна такая рубрика и продолжать ли мне наполнять библиотеки, потому что у меня есть огромное количество литературы по сыру, это все работа. Если эта работа нужна, как вы понимаете, я за это денег не беру, то есть вы можете на наш сайт приходить и скачивать нужные вам книги. Также на сайте мы сделали уже библиотеку наших рецептур в печатном виде, в разделе рецепты, они тоже совершенно бесплатные, мы с ними делимся, за них ничего платить не надо. Если вам интересно, тоже зайдите, посмотрите рецептуры, они уже, раньше это был блог, сейчас это раздел на сайте, он разбит по разделам, по тематикам, там пиво, вино, алкоголь, колбасы, сыры и так далее. Поэтому оставьте мне отзыв под этим видео, насколько это вам интересно и насколько полезно. Далее, друзья, давайте приступим, так сказать, к виновнику нашего видео и разыграем два термометра от компании Ingbird. Для этого копируем ссылочку на видео, которое было опубликовано 15 сентября, набрало 96 комментариев. Напомню, что в розыгрыше участвуют только комментарии с ссылкой на то, как вы поделились видео о розыгрыше. Вставляем специальную программу Randomizer и генерируем первого победителя. Им становится Дима Гармаш. Сейчас расскажу, как получить приз. А нам надо сгенерировать второго победителя. Для этого опять вставляем ссылку. И вторым победителем становится Владимир Петрощук. Поздравляю вас, Владимир, поздравляю вас, Дима. И давайте поговорим о условиях, как получить приз. Ну, в первую очередь, ребят, поздравляю вас с победой. Мне кажется, хорошие призы. Я очень рад за вас. Ну и всем остальным предлагаю не отчаиваться. У нас будет еще очень много розыгрышей. Как получить приз? В первую очередь, под этим видео написать комментарий. Привет, друзья, я победитель такой-то. Вот он, я есть. Спасибо, всем спасибо, все свободны. Далее в описании ролика будет мой email. Пишите мне на email, пожалуйста, свой адрес с указанием области, фамилию, имя, ну, страны, области, естественно, фамилию, имя, отчество, адрес, улица, дом, если есть там корпус, все данные и телефон в формате плюс. То есть, если Украина, допустим, плюс 38, плюс 48 и так далее. Это нужно для оформления почтовой декларации. В течение 3-4 дней мы вам отправим ваши призы. Я вас от всего сердца поздравляю. Если в течение 10 дней победители не найдутся, а такое у нас бывает, то мы вновь разыграем эти призы, и они будут искать других победителей. Друзья, на этом все. Собственно говоря, оставайтесь с нами. Обязательно нажмите на кнопочку колокольчик на YouTube, потому что просто подписки сейчас, к сожалению, не хватает, чтобы не пропускать все наши новые видео. У YouTube какие-то другие алгоритмы. И чтобы вам приходило уведомление о том, что вышло наше новое видео, а напомню, они выходят 3-4 раза в неделю. То есть очень многие пишут, куда вы пропали. На самом деле мы не пропали. У нас видео выходят минимум 3 раза в неделю, а когда есть розыгрыши, они выходят в субботу или воскресенье. Поэтому, чтобы не пропустить ничего, нажмите на колокольчик. Ну и, конечно, жду ваших комментариев по поводу группы, по поводу автоматики. В общем,
Все, все в комменты, так сказать, друзья. Спасибо за внимание, а мы с Ларисой побежали готовить для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. Всего доброго, пока!